Я долго не верил там и вот попытки натянуть на себя имидж стартапа. Большую часть жизни там я прожил в каких-то там корпоративных структурах с какими-то там устойчивыми иерархическими и прочими бизнесами. Но есть что-то, ну то есть, пожалуй, между мной и вами, то есть ну, большая разница в том, там, какой опыт и как вот это все легко или нелегко давалось, какими путями это все шло. Но есть одно, не, то есть одна вещь, которая точно там объединяет, потому что даже в больших корпорациях есть люди, которых не устраивает текущее положение дел, но они не остаются на уровне слов, а пытаются что-то изменить. Вот поэтому я хочу сказать всем спасибо. Я не так чувствую сердцем инновации, там, бюджеты, стартапы, там, мейнстримы, но я чувствую людей, которые инноваторы по природе, которые реализуют себя и пытаются, не сидят дома на стуле и делают что-то и двигают это куда-то к лучшему. Здесь очень высокий процент таких людей. Это вот эта вот ценная структура, культура, вот это ценное ощущение. Я думаю, оно каждому из нас пойдет на пользу, потому что это, среди прочего, понимание, что у тебя есть единомышленники, а ты не придурок там среди какого-то рынка или базара. Поэтому, ну, в первую очередь, я хочу сказать, то есть организаторам спасибо за вот этот сбор там единомышленников и людей одного мироощущения какого-то. А второе, вам всем успехов, чтобы, то есть, оставайтесь такими и достигайте того, что вам видится и хочется. Еще понравится.